На канале Дани Ваня. Сегодня мы будем заваривать чай. Чай берем зеленый у нас крупнолистовой. Вот такой у нас. Берем заварник, открываем, заливаем туда кипяточек чуть-чуть. Хоп. Закрываем крышкой. Это мы делаем для чего? Для того, чтобы чайник нагрелся и он был тепленький, горячий. В горячем чай, вот такой мы берем, крупнолистовой, зеленый. Вот. Мы туда так сливаем, чтобы он раскрылся. Выливаем. Воду вылили. Открываем, пар идет, как видите. Берем заварки, немного туда добавляем. На зеленый чай не обязательно много. Вот такое. Закрываем и даем 2 минуты отстояться. За это время лепестки у нас разбухают такие полностью. Прошло 2 минуты. Раскрылся. Берем теперь воду, заливаем. Заливаем 2/3 у нас. Все. И даем отстояться у нас минуты 3. Прошло 3 минуты. Я, чтобы вас не утомлять, просто делаю паузу. Вот, доливаем до конца. Все. Вот так заварят вкуснейший чай. Но зависит еще от какой чай вы сами покупаете. Чай должен быть, как видите, мы закрыты он герметично, плотно, чтобы туда не попадал ни воздух, ничего. В пакетах лучше чай не брать. Потому что в пакетах сыпят все, что попало, и вы не видите. Пюре тоже не брать, потому что это одна гадость там. Это мягко сказано, а не мягко. Вся дрянь туда. Поэтому чай желательно брать крупнолистовой, когда вы покупаете, что вы его видели. Или на развес берете, то увидели, что брали. Вот так-то. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал Дани и Ваня и будьте в курсе всех новостей. Сегодня у нас был зеленый чай от Александра. Пока.